Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня внеплановый фильм, как говорится, срочно в номер. Буквально на днях, а именно в первых числах мая 2019 года, в селе Дедилово, что в Тульской области, произошел провал грунта. На одном из приусадебных участков, после вспахивания огорода, по центру этого самого огорода, земля просто ушла вниз. К счастью, никто не пострадал. Провал находится недалеко от крепости Дедославль. В настоящий момент одна из ее башен выглядит вот так. Местность, на которой находится современное село Дедилово, покрыта оврагами, балками и небольшими круглыми прудами, свидетелями прошлых провалов. Тут нужно понимать, что это не обычный карстовый провал. Для тех, кто не знает, поясню. Дедилово, даже согласно данным официальной истории, является древнейшим месторождением железной руды в Тульской области. Для тульских заводов Демидовых железную руду поставляли в том числе и из дедиловских рудников. И вот теперь эти рудники и обваливаются. И вот именно по этой причине эти провалы нас заинтересовали. Мы поехали к этому провалу совместно с Евгением, автором канала «Разгадки истории». Кстати, обязательно посмотрите фильм про этот провал на его канале. Нам посчастливилось застать провал в таком виде, как он есть, еще до того, как его засыпят хозяева участка или проведут раскопки археологи. Сам по себе провал представляет собой воронку круглой формы с вертикальными стенками. Четко видны слои грунта. Под небольшим слоем плодородного слоя, который даже черноземом-то трудно назвать, находится слой глины. Затем виден слой железной руды. Под ним располагаются камни. Они же субстанция черного цвета, которую один из местных жителей назвал глиной. Под этой черной субстанцией находится что-то наподобие камня. По цвету обычной глины. Ну это или это обычная глина и есть. Что находится ниже не видно из-за обвалившегося грунта. Глубина провала на данный момент составляет около 20 метров. Почва на поверхности вокруг обвала покрыта трещинами, что говорит о скором разрастании провала в стороны. К слову сказать, провал находится на возвышении, а от соседнего оврага, по дну которого протекает ручей, провал отделяет теперь тонкая перемычка из земли шириной не более 3 метров. Судя по всему, именно этот ручей и подмыл пещеру, находившуюся под огородом. Что удивительно, но провал произошел в скором времени, как хозяин огорода вспахал его. Как я уже говорил, никто не пострадал и в яму не провалился. Более подробный рассказ про Дедилово и крепость Дедославль, металлургию наших предков и другие интересные моменты, все это будет немного позже в отдельном фильме. А сейчас предлагаю вам просто посмотреть на это удивительное явление природы, начало которому положили деятельность человека. Thank you.
Благодаря этому провалу открылись в прямом смысле слова новые горизонты. Поэтому я с вами не прощаюсь. Впереди еще много интересного. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания.